И всем привет, вы на канале Легонос Христо, и в этом видео я покажу, как можно сделать одну из самых эффективных ловушек в Майнкрафте. Итак, поехали. Итак, вот эти блоки нам понадобятся. Итак, теперь нам надо построить что-то вроде лестницы. Это нужно делать вот так. И она должна получиться у вас примерно вот такая. Теперь надо продолжать в эту сторону, чтобы она выглядела что-то вроде квадрата. И запомните, вот тут должно быть 5 блоков. Вот, 1, 2, 3, 4, 5. И вот тут еще нужно построить еще одну стену. Итак, ребят, у нас должно получиться примерно 8 вот таких вот стенок. Вот смотрите, вот это вот все, это одна стенка. У меня их уже 4. А вам их понадобится примерно 8. Итак, ребят, я достроил уже вот эту всю башню. И тут примерно 8 стен. И теперь вот эту вот территорию нужно освободить. Вот именно это именно то место, куда вообще не должны падать, ну, блоки. Его нужно просто освободить. И заполнить обычной землей. Теперь нужно проделать вот тут вот такие отверстия. И довести их вот до сюда. Вот примерно вот так. Или нет, лучше вот так вот. Теперь все правильно. Теперь нужно как-то вот сюда поставить поршень. Так, теперь проводим до него редстоун. И все сверху закрываем. Лучше я это сделаю булыжником, чтобы никто не заметил. И вот тут еще вот так прикрою. Вот теперь получилось отлично. Теперь вот мы тоже закрываем и ставим нажимную плиту. Ну и теперь, в принципе, ловушка готова. Можно еще там поставить какую-нибудь приманку, например. Вот, в моем случае это будет алмаз. Вот так я поднимаю его. И чтобы он стоял прямо над нажимной пластинкой. И вот, допустим, я иду вот так, пытаюсь добыть. И вдруг вокруг меня начинает выстраиваться стена. И с помощью такой ловушки вы можете затроллить своего друга. Ну, не расстраивайтесь, если у вас не получится. Вот, например, если произойдет вот такая фигня. Но это будет вряд ли. Но иногда может получиться. И с помощью такой ловушки вы можете затроллить своего друга. И всем пока, вы были на канале Легонос Христо, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.